И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Даша. Сегодня играем в Гаррис Мод, а какая-то часть ФНАФа напишите в комментариях. Даша, поздоровайся. Привет. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, мы начинаем. Так, сразу скажу, Даша, их убить невозможно, будем максимально прятаться. Самая лучшая нычка — это коптерочка наша. Кибитка. Погодельня еще на нее говорят. У нас есть тут... Будешь полы мыть после аниматроников. Да, или после нас, тут вообще неизвестно. Смотри, тут уже кто-то помыл после аниматроников. Все чистенько. Давай камеры подчекаем. Давай. Они еще не начинают ходить. Или мы можем по карте прогуляться? Пошли по карте прогуляемся, они еще не начинают ходить. А, Чика пришла, уходим, уходим, уходим. Заходим. Калитка, открывайся. Че она не уходит? Уходи, Чика. Можно фонарик на нее включить. Подождать чуть-чуть, она сейчас уйдет. Ну, честно, боюсь очень. Че он так долго стоит? Здорово. Фонарик включу и убегу. Ты выходи первая, я не буду выходить, я боюсь. Давай, я выйду. Давай, выходи. Ты не берет ее фонарик. Ну, почекай еще камеры. Фредди. Мы с тобой дверь одновременно жмем. Она сейчас с опозданием открывается. Да? О, ушел. Мы с тобой, если бы еще чуть-чуть, он бы нас убил. Мы в притирочку с тобой забежали. Просто в притирочку. Кстати, ребята, у Даши есть тоже свой канал. Ссылочку на ее канал я оставлю внизу. Она развивается, будем ей помогать вместе. Она будет со мной теперь очень часто записывать и выкладывать ролики веселенькие. Я ей максимально расскажу, покажу все. Если вам будет интересно или желание, поддержите ее канал, можете подписаться. Надеюсь, Даша, ты будешь ролики делать каждый день для подписчиков? Конечно. Ну все, мы тебя на слове поймали. Заходи, заходи. А, нет, мне показалось, там кто-то в темноте есть. Манго. Манглиха? Да, посмотри. Опять пришла? Справа. Бонни. Да, он просто немытый. Черный Бонни. Бонни негр. А я по камерам не попадаю. Клацаю, и все мимо. У меня вечно одна и та же комната. Вот это вот светится, и все. У меня прицела нет на оружие. У тебя есть прицел? Да. Нет, они не смогут нас выпустить. Мы умрем. А, Даша! Ты умерла. У меня еще ни одной жизни не потрачено. Хорошо. Смотри, кто там в вентиляции. Смотри, красавчик. Кто это? Это Бонни Негр. Давай свет включим ему. Вот мы здесь. Залазь. Сейчас Балумбой с этой стороны обычно приходит. Фонарики нам выключить все. Проиграли мы с Дашей по разу. Ну ничего. Дальше продержимся еще. Я хочу прогуляться. Все-таки мне нравится пиццерия. Надеюсь, они не будут там в проходе стоять. Очень страшно. Музычка такая атмосферная. Смотри, здесь. Какие... А, Чикулька. Смотри. Кто это? Кто это сзади? Вот, кто это? О, я не знаю, кто это. Это Фредди какие-то дети рисовали. Фредди? Пытались сами сделать. Фредди, Бонни и этот мальчик, который это все делал. Он такой веселый, видишь, парнишка? Балунбой смеется. Так, ну что, идем на наше рабочее место. Они... О, блин, мы не сможем назад вернуться. Там Манглиха сидит. Ой-ой-ой. Будем ждать. Надеюсь, смотри, они нас не зажмут с двух сторон. Чика пропала. Ой, идем сюда, пройдемся. Смотри, как здесь классно. Вообще красота. Она... О, Фредди, привет. Привет. Ты на сцене никого нет. Они все швендяют. Дверь закрыта. О, смотри, какая красивая манго. Как ты думаешь, кто здесь у нас сидит? Ну кто там внутри? Спанч Боб. Да марионетка сидит, ты что? Она ждет своего выхода. Они начнут сейчас очень жестко нас щемить, так что надо готовиться. Сейчас и Балумброй придет, фонарики нам подключают, все поприходят, так я не буду там ходить. О, там Балумброй и Фредди стоят. Да, они, короче, этот, перекур у них. Появилась. Мангл, уходим. И на наше рабочее место, вроде никого нет. Ну пугают они здесь только, там они нас пугать не будут. Ой, а кто это? Марионетка? Где? Вон она встала. О, да. Пришла девчоночка наша. Проснулась. Да будем наблюдать. Камеру не переключай, главное. Будем наблюдать. О, она исчезла. Она к нам идет. Она идет к нам. Дверь с опозданием открывается, поэтому надо поднажимать там. А, вон она. Видите, ребята, смотрите, какая она классная. Посмотри в щелочку, она там.
А, ты ж диппер не достает. Кстати, Спанч Боб тоже не достает в щелочку поглядеть. Можно в припрыжечку. Прыг-скок, прыг-скок. А где она? Я не вижу. Все, она ушла, открывай. Ну там Бонни сидела. Нема Бонни, открывай, не переживай. Сам, давай. А, Чика лезет, смотри. Где? Да-да-да. Она вентиляция. Смотри, как она встала, такая, привет. О, Мангл в камеру смотрит. Вроде все спокойно, да? Никаких происшествий, все хорошо, у нас гладенько протекает. Никто нам не мешает, никто нас не убивает. Поэтому мы зайдем сюда и будем дальше здесь сидеть. Я тебе стульчик поставлю. Обрисай вот так вот сделать, да, для прикола нам? Ну, поставь. А чё? Это этот, экшово получается. Я тут на стульчике посижу. Они не будут сюда заходить, я говорю, они тут невидимая грань, они сюда не заходят. Смотри, кто пришел. Кто? А вон, смотри. Ой, наш красавчик. Но его пули не берут. Опа, исчез. Ну где аниматроники? Ребята, где вы? Не идете к вы к нам? Идем мы к вам. Ну, нет, конечно, давай. Выходите, сукуны. Мне кажется, это мы сукуны. Марионетка, ты где? Опа, смотри, опа. Стоят там. Они стоят на сцене. Марионетки нет. Марионетка. Подожди, а ящик закрыт? О, там комната ящик открылась. Нет. Пошли в комнату. Где? Смотри. Она была закрыта. Они здесь рандомно открываются, закрываются. О, маринетка вот нарисована. Где? Опа, гнездашка. Это детки, видишь, рисовали? Чику рисовали. Такая курочка. Кстати, эти картинки никогда не обращал внимания. Смотри, какие зубы. Смотри на вот эту картинку вот. Страшная, да, какая-то? Такая мрачноватая. Подарок маринетка принесла мальчику. Но мы знаем, какие они подарки приносят. Они настолько могут убивать. Так, сундук закрытый. Марионетки нет. Хорошее слово, сундук. Голубой. Здесь закрыто. О, что здесь написано? Не бегать. Не кикать. Не хакать. Не пугать. Пожалуйста, держите свое место в чистоте. Что-то дунут ползы аниматроник. Короче, не пхать аниматроников. Она пошла к нам. Она ж не знает, что мы здесь. Она смотрит на нас. Не, знает, ой, что? Да, она смотрит на нас. Страшновато, это жутко уже становится. Прячься за стол. Какой, Даша, для тебя аниматроник самый страшный? Это... Марионетка. Для меня Фокси. Фокси самый страшный, но марионетка самая хитрая. Она самая такая проворливая, уворотливая всегда. Фоксиха. Подружка Фокси. А справа что это за Чип и Дейл? Бурундук какой-то. Зубы такие. Да посмотри, что здесь. Вот здесь Чика классно нарисованный, Бонни классно нарисованный. А так, зубы, да, как Фредди, у тебя у Манго. Я подходить не буду. Классно. Пошли на рабочее место. Может, они здесь пугать нас не будут? Будет экшончика. Пошли. О, интересно, их можно отключать или Манго, включать? Манго. А не, нельзя включать. Мангл, опа, манглиха. Ждем, пока уйдет. Она точно нас не пропустит. Ну хотя ты можешь проверить, попробуй пробежать на корточках под ней. Я сам боюсь. Кстати, мы с Димоном были играли, здесь дверь закрылась. Была открыта, я зашел, она закрылась, я в двери просидел там очень долго, пока она открылась. Не очень прикольно сидеть в темноте. Блин, я не буду к ней близко. Тут же еще может Чика появиться. Может. Лучше не заходи, она может сейчас закрыться в любой момент. А ты сейчас не сможешь пролезть. О, закрылась, я же говорил. Ушла. Так ты можешь пролезть здесь, смотри, сейчас мы с тобой встретимся. Привет. Не виделись 100 лет. Это хорошо, что дверь тут, ну, весь вентиляция пролезть. А если бы там дальше, то все, сидела бы, ждала. А может дверь 5 минут будет закрыта. Ну что же, ребята, ждем. Сейчас должен прийти Балунбой. Как по графику, я уже выучил его хождение. Он обычно здесь пролазит своим шариком. А, когда он лезет в вентиляции, шарика нет. Но когда он вылазит, шарик появляется. Вот если сейчас так будет, посмотришь. Не знаю, ребята, так должно быть в оригинале? Есть такое или нет, что шарик пропадает, когда он в вентиляции? Страшно. Ждем. О, манглиха! Мы вдвоем одновременно будем пробежать. Испугались? Кстати, она же была только что в коридоре. Как она же сюда пролезла? Вот она шустрая какая. Через дверь. Ну, подожди, она есть?
Все, она ушла. Она ушла. Она так просто взглянула, думает, да не, какие-то вы сыкливые, ухожу я. Как мне написали в комментариях, Димас, от тебя воняет позитивом. Вроде бы и обидно, и не обидно. Что здесь обидного? Комплимент такой. Там это, марионетка нагнулась. Хоть фонарик давай включу и зайду сразу. Оп. В оригинале вообще... О, я вижу марионетку, да, теперь я понял. А Дипперу еще в Gravity Falls ехать. К дядюшке Стэнли. Далеко мне. Ну, Мейбл, сестренка тебя там ждет. А ты к своему Патрику. Я обожаю Gravity Falls. Я даже некоторые серии попересматривал несколько раз. Честно скажу. Нема здесь ничего такого плохого. Потому что это реально классный мультик. Опа! Опа, опа! А, опять вдвоем хотим! Смотри, балунбоюшка пришел. Здрасте! А фонарик че не отключаешь нам? А? Боишься? Опа, исчез. Подожди, она там есть? Потерял. А Чика лезет. Чика, коленки вымажу. А! Вот засрака малая. Она свою миссию выполнила. Мы с Дашей умерли уже по два раза. Продолжаем дальше. Чика вообще заладила жестко. О, мы когда с Димоном на прохождение играли, там очень сложно. Они в пятую ночь, ну не знаю, каждые 20 секунд, 30 по очереди. И там одному пройти было, мне кажется, невозможно. Вдвоем, когда мы двери чекали, возможно. Просто, говорит, мод привилегливая игра, здесь надо с модами немножко побаловаться. То тот не работает, то эрорка, то еще что-то. Я уже Counter-Strike Source, я уже все понакуплял, лишь бы эророк не было. Дверь только мешала, отвлекала, она медленно открывалась очень. Она тебя не убила? Нет, я вот стою на краешке, боюсь тебя. Вот эти двери можно открыть или нет? 24 немножечко. Ага, она даже не существует для того, чтобы удалить ее. Мангл! Где? Мангл, вот тут. И Чика на нас смотрит. Чика, отвернись. А я, смотри, я пройду, она мне не убьет. Смотри. Давай. Даш, смотри. Ого. Опачки, видишь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, там я не пройду. Вот сюда иди. Вот здесь вот. Смотри, смотри, кто тут. О! Это марионетка. Это эндоскелет. Манглиха ушла, я хотел пролезть возле нее, но она ушла. Да-да-да, вот все, тебя вижу. А можешь ты залезть? Давай. Меня никто там за жопу не укусит. Я не хочу, чтобы меня за жопу кто-то кусал. Стоит. А камеры на самом деле здесь не видно. Да. Как ты смотришь на меня, я не знаю. Но камеры не видно. Я смотрю на тебя. Вот, сейчас, стой, назад. Кто? Мангл. Мангл пришла? Да. А, она мне тут ничего не сделает. Да? Убегай! Есть. А на самом деле боюсь очень сильно я ее. О! Выходи, он тебе ничего не сделает. Ты какая-то горбатая. А ты сможешь тут пройти? О, сможешь, уши не мешают? Не, уши у меня этот стукаются. А ну пробуй укуси его. Ее укуси. Кого? Никого нет. Манглиху надо было. Марионетка сидит, она тебя не трогает, что? А! Марионетка выскочила. Тебя тоже убила она? Да, нет, меня не убила, она меня... Ну, скример был, да, тоже? Она ушла, она свою миссию выполнила. Она убивает тебя и уходит. Все, ты больше не интересуешь, как человек. Очень спокойная пиццерия. Просто довольно-таки спокойная. Как-то здесь все гладенько, так... Не знаю, хорошо, мне нравится. Фредди меня не испугает? А, я вообще, смотри, я могу Фредди в живот залезть. Ну, а тебе? А кто тебя убил? Со мной Чика появилась. А! Манглиха! А я живой. Она тебя убила. Все, теперь понял, скример у меня был, а я живой. Все четко, все сошлось. Где она вообще? Где кто? А вот Мангл. Чика. Подожди, это Мангл лежала здесь или ее не было здесь? Я что-то и не понял. Она убила меня, и ты пахнулась. Я здесь, где игровые автоматы. А ну иди сюда, посмотри, она лежала здесь? А тут стоит Чика. А ты можешь возле на корточках сбоку пролезть, она тебе ничего не сделает. Нет, она стояла там. Вот, а ну иди сюда, смотри, вот это было или нет? Опа, исчезла. Ну лежала же здесь, ее нету. Мангл ушла, значит, то она была. 100%. А он бой как-то пугает или нет? Сегодня он какой-то добрый. Я к нему подойду. Не, он хороший. Он хороший, когда спит зубами к стенке. Так, проходим. Так, никого нет на нашем рабочем месте. Туалетики. Туалет пошла. Крышку поднимать.
Ой, тут одни двери такие маленькие. Они сами закрывают. Бонька лезет. Ушел. Сыкун. Боишься нас? О, вот Фредди. Фредди. Здорово, Фердюшкин. Пойдем с ним поздороваемся. А ну подойди. Боишься? Нет. Он хороший. Смотри. Знаешь, что смысл скримить? Второй меня появится. Ей, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!